последние годы технология генерации изображений при помощи искусственного интеллекта стала все более распространенной и доступной. Алгоритмы машинного обучения могут создавать картины, фотографии и даже видео, используя сотни тысяч образцов. Однако существует опасение, что такие технологии могут принести гораздо больше вреда, чем пользы. Один из наиболее распространенных страхов заключается в том, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что роботы и компьютеры заменят людей на рабочих местах, и вскоре нас захватят машины. Но делают это за счет того, что отнимают у нас какие-то нам, людям, присущие творческие способности. Да? То есть мы садимся в машину и едем на работу, например, да? Это быстрее, проще, да, там, удобнее, чем бы мы шли ногами. Да? Но получается, что это отнимает у нас наши ноги, да, как бы отнимают у нас нашу вот эту способность. Такие опасения понятны, но в большинстве случаев они неправомерны. Например, при создании красивых изображений для коммерческих целей дизайнеры могут использовать генеративные сети, чтобы получить быстрый и профессиональный результат, не тратя времени на ручное создание графики. Однако необходимо осознавать, что генерация изображений при помощи искусственного интеллекта может иметь и негативные последствия. Например, в определенных случаях такие изображения могут быть использованы для создания фальшивых фотографий и видео, которые могут нанести вред личности или даже обществу в целом. Наверное, это как-то сделать нашу жизнь проще, но получается, оно отнимает у нас наше творчество, да, наши мысли, наши чувства, наше воображение, да, там все то, что мы должны были включать. Несложно себе представить, что если все человеческие мысли и чувства можно продублировать какой-то программой, да, то они и не нужны будут. Все это наводит на мысль о том, что развитие технологии генерации изображений при помощи искусственного интеллекта, как и любой другой технологии, должно происходить с самого начала с учетом потенциальных рисков и ограничений, чтобы минимизировать возможный вред. Технология генерации изображений при помощи искусственного интеллекта может быть опасна, когда она используется неправильно или ею злоупотребляют. Однако, если мы используем эту технологию с осторожностью и сознательно, то она может стать мощным инструментом для прогресса и развития. Эмиль Мугинов, Универ Ньюс.